Всем привет, я Женя. Сегодня рубрика «Советы от волонтеров». Сегодняшний совет. Я читаю свой блокнотик. Я специально для вас подготовил блокнотик, чтобы вам давать советы. И совет на сегодня. Вот, что вы делаете, когда вы потеряли какую-то вещь, материальную вещь? Не знаю, потеряли кошелек, ключи, телефон. Что вы делаете? Вы расстраиваетесь, вы плачете, вы в ярости, вы в агрессии. И сегодняшний совет заключается в том, что научитесь обрывать привязанность к материальным вещам, извиняюсь. Потеряли вы кошелек, и что? Из-за этого стоит плакать? Стоит злиться на себя, что вы потеряли? Нет. Нужно сказать на счастье и идти дальше, и забыть про это. Потому что если вы будете иметь материальную ценность, это вас погубит. Всем пока.